Первый одесский пожар 2014-го произошел уже на втором часу Нового года. На улице Конной веселый и зажигательный праздник в коммунальной квартире стал причиной возгорания. Огонь охватил кухню. На вызов приехали сразу 4 пожарные бригады. В ходе ликвидации пламени в одной из комнат спасатели обнаружили спящего мужчину. Всех участников шумного застолья эвакуировали. К счастью, никто не пострадал. Однако подобная удача сопутствовала не всем. В селе Усатово житель частного дома поплатился жизнью за желание покурить в постели. В результате пожара погиб человек, личность которого в настоящий момент устанавливается. Всего для тушения пожара было задействовано 2 единицы основной и 1 единица специальной пожарной техники. Еще один пожар в Одесской области унес жизни 2 человек. Наиболее частая причина пожара, по словам спасателей, несоблюдение элементарных правил безопасности. Недавний пожар на территории парка Шевченко – яркое тому подтверждение. Было получено сообщение о загорании строительных вагончиков в парке Шевченко. По прибытию первого подразделения было выявлено, что горят хозпостройки парка Шевченко. Есть угроза распространения на соседние постройки. В общей сложности из-за неосторожности и пренебрежения нормам безопасности за 9 дней погибло 6 человек. Дмитрий Долматов, Новая Одесса.